Добро пожаловать на вечернюю практику, которая направлена расслабить и подготовить тебя ко сну. Сейчас самое подходящее время отпустить натянутые нити сознания и окунуться в бесконечный поток образов, перерастающих в фантазии, а затем в сны. Устраивайся поудобнее, в максимально комфортном для тебя положении. Начни обращать внимание на звуки, которые тебя окружают. Не все сразу, а напротив. Один за другим. Следуй от того, что дальше, к тому, что ближе. От проезжающих машин и людей во дворе к тиканью циферблата настенных часов или собственному биению сердца. Постепенно. И еще раз. Отлично. Несколько глубоких вдохов через нос. С каждым выдохом и вдохом тело становится более расслабленным, мысли прекращают свою активность, уступая опьяняющей сонливости. Постепенно все твое тело охватывает анестезия спокойствия и легкости. В последний раз за этот день вспомни об окружающем тебя пространстве. В следующий раз ты вернешься к нему уже после сновидений. Легкий вдох, легкий выдох. Яркие пятна переплетаются в образы. Узоры формируют калейдоскоп событий, порождая все новое и новые их цепочки. Проносятся картинки прожитого дня, его важных и не очень моментов. Как негативные, так и позитивные.
если ты уже достаточно расслабился и готов углубиться в сон, просто игнорируй меня. Ты можешь выбрать свой путь. Но если нет, тогда приступай к сканированию тела. От макушки головы до пальцев ног. Твой внутренний взор плавно обозревает тело. Плавный, аккуратный скан всего тела, каждой клеточки. Улавливай настроение и ощущения. Услышь пульс своего сердца. Используя этот ритм, установи гармонию между твоими мыслительными процессами и телом. Отлично. Теперь представь, как твое тело начинает парить в воздухе. А темнота вокруг милая и теплая, безопасная. Ночь словно рисунок из мультика. Эстетика этой ночи в мягкости красок и спокойствии. Романтичности. Свет звезд и луны достаточен, чтобы увидеть все вокруг. Но при этом совершенно не отвлекает. Те самые картинки и цвета, которые можно увидеть на превью Lo-Fi радио. Иногда я и сам включаю его, чтобы расслабиться или уснуть. Представь, как эта ламповая атмосфера полностью охватывает тебя. Но в этот раз не для того, чтобы поразмышлять, а для того, чтобы забыться в сладких сновидениях. Я досчитаю до трех и оставлю тебя. Поэтому заранее желаю спокойной ночи.
один. Мышцы твоего тела полностью расслаблены. Даже если ты двигаешься. Два. Твой разум спокойно плывет по течению мысленных образов. Три. Вся эта гармония забирает все твое «я» целиком.